Даже в суровую сибирскую зиму ни на один день не прекращается строительство академического городка. Среди соснового бора поднимаются корпуса новых зданий. С первых дней работает здесь ведущий каменщик Александр Васильевич Ведерников. Его строительное звено в полтора раза перевыполняет норму. После окончания Новосибирского инженерно-строительного института сюда пришла мастером Тамара Тарасова. Пока возводят этажи новых зданий, в законченном корпусе института гидродинамики ведутся отделочные работы. Недалек тот день, когда сибирские ученые получат хорошо оборудованные лаборатории. У строителей академического городка горячая пора.